На конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру представляем воспитанницу детского сада номер 50 «Синяя птица» города Тольятти Макалову Аню, 6 лет, со стихотворением Валентины Асеевой «Ежинка». В глубокой, прохладной ложбинке, где летняя травка свежа, привольно живется ежинке, единственной внучке ежа. Весь день она тихо играет, шуршит прошлогодним листом, еловые шишки бросает и дремлет в тени под кустом. Однажды надвинулась тучка, да ветер деревья качать, и ежик любимую внучку заботливо вышел встречать. И вдруг запыхавшаяся мальчишка бежит перепуган до слез. «Скорее, какой-то мальчишка ежинку в корзине унес!» Мелькали березы и елки, зеленый кустарник и рожь. Подняв, как оружие, иголки, бежал, ощетинившись еж, прохладной пыли на дороге. Он след мальчугана искал, он по лесу бегал в тревоге, внучку по имени звал. Стемнело, и дождик закапал, живого следа не найдешь. Упал под сосной и заплакал, измученный дедушка еж. Одетого внучка сидела за шкафом, свернувшись кулком. Она и взглянуть не хотела на блюдце с парным молоком. И утром к зеленой ложбинке из города дети пришли. И дедову внучку и ежинку в корзинке назад принесли. Пустили на мягкую травку. «Дорогу домой ты найдешь?» «Найдешь!» — закричал из канавки взволнованным голосом. «Ешь!»